продолжает уверенно двигаться вверх по турнирной таблице баскетбольный клуб «Иркут». Команда вышла в финал 4-х Кубка России. Право на участие в этой схватке получают сильнейшие сборные страны. Помимо иркутских баскетболистов, за Кубок России поборются «Локомотив» из Краснодара, а также клубы «Нижний Новгород» и «Новосибирск», представляющие одноименные города. На данный момент «Иркутск» показывает отличную игру. Доказательство тому – две победы подряд против команды Санкт-Петербурга. Сначала это был «Зенит», последним поверженным соперником стал «Спартак». По накалу страстей на трибунах эта встреча не уступала мировым поединкам, о чем говорит и итоговый счет 91-81. О минувшей игре, тактике и соперники сегодня в эфире радио «Шансон Иркутск» рассказали спортсмены Виталий Ионов и Александр Анисимов. А еще открыли одну из главных тайн клуба – профессионализм своих болельщиков. У нас болельщик еще такой, он разбирается в баскетболе, не просто, знаешь, сидит и смотрит его, а разбирается в нем. То есть успевает даже где-то тебе в течение матча подсказать что-то. Это есть такие у нас, есть такой, на нашей скамеечке сидит мужчина такой, он всегда нам что-то подскажет, что-то это. Ну, это большая ответственность, по крайней мере. Для меня это да. То есть если мы играем плохо, это как бы перед болельщиками как-то немножко даже стыдно становится.